Кот ученый, прекрасная Людмила, наивный царь Дадон. Самые известные персонажи из сказок Пушкина остановились во Владимире. В Полярисе открылась выставка восковых фигур Лукоморья. Над выставкой трудились более 200 мастеров из Санкт-Петербурга. Фигуры сказочных героев выполнены из воска. Для максимальной реалистичности мастера использовали глазные протезы. Волосы, как настоящие, так и нет, каждый впаивался отдельно. Те люди, которые ищут вот именно какую-то развивашку для своего ребенка, да, они непременно посетят эту выставку. Вот. Ну, как минимум, потому что сказки Пушкина, да, классика любого из нас. Также здесь работает выставка «Гиганты ледникового периода». Посетители могут погрузиться в доисторические времена. Экспонаты представлены в натуральную величину. Динозавры выглядят как живые. Они умеют двигаться, поворачивают головы и даже рычат. Все экспонаты представлены во всю свою величину. 3 метра высотой. Бивни у них достигали до 2 метров. Они представлены такие, как раньше были. Каждый желающий сможет сфотографироваться с любым экспонатом. Торопитесь, выставка работает до 23 июня.